Всем здорово! С вами Гидро 4. Сегодня у нас реакция на RYTP с канала Зверобокс. Котлета Сокровищ, RYTP. Я так понимаю, это будет по мультфильму «Планета Сокровищ». Мне, кстати, в детстве нравился этот мультфильм. Как его тут переделал Зверобокс? Давайте посмотрим. Пау. Пупчик! Пупчик! Так-так-так, погодите, что-то тут не то. Да, музыка другая. Все ясно. Спасибо, ребята, что подбросили. Пись, не торопись. Наш сын отправлял ждать меня на парадном неположенном месте. Нарушение законодательства 90490000000. Роскомнадзор, что ты делаешь, а? Что? Параграф. И все это будет ВКонтакте и в Ютубе все это будет. Я заснял, да? Нас уволят. Нет, да-да. Не понял. Я понимаю, но... Не понял. Если позволите, доебаться. Не понял. Нельзя. Я знаменитый астрофизик, метафизик, доктор Чири, доктор Делберт Доттер. Доттер? Нет. Ну ладно. Вы отец мальчика. Погодите. Нет. Я твой отец. Еба, вообще твой. Покатили. Аж два отца. Я сижу. Он сидит. Соник. Ты слышишь шестерни и гироскутера? Вы, наверное, стукнулись башкой об стену. О, Аластор! Скорее, надо уходить! Беги от широкого пути куда подальше. Да ты чё? Стоп, стоп, стоп! И вот она здесь кричит мне! Вас ебашит плотно! Вах! Как же Зверобокс нравится Валакса использовать? Сара, я знаю, что я тебя завожу. Ебать. А может он поймет, что к чему ее, если проведет пару месяцев в колонию? Вот это по-нашему. Залипаем. Вы не могли бы отойти в сторону? Это звуки из трендов Ютуба, да? Фредди Фанкин Найт, как помню, как так называется игра, да? Не играл, только видел там в обоих другие. Вот. Жалкое сборище тупых недоумков. Тупого говна. Довольно эротично. Послушайте, ебуса! С ума сойти! Какая-то кошка! Кошка! Я а он собака! Меня гонят на кухню! Вы чё, в киосках их заряжаете? Мистер Сильвер? Ай! Теперь попробуйте, мой знаменитый, отбитый псус. Найс. Nice. Говорю моей бабушке. Да я шучу, док. Как люблю шутить. Прям Петра осянил, да? Что это такое? Что это такое? Это Морфеус. Почему люди смеются? Ну, объясните мне. Так, пятерка. Что смешного, блядь? Да, у пятерки мало что там. Не хотим, чтобы ему много чего не нравится, короче. Да не надо. Джимба! Хочу, блядь, сказать этому ебаному Абэмен. Если бы я в твоем возрасте так управлялся со шлюшкой, сегодня передо мной на улице снимали бы шляпы. Ах ты, чертов Роскомнадзор! Я теперь не могу с телефона по-нормальному им пользоваться. Твиттером. И это все грибы. Да ты шо? Людок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Ах ты! Ты маленькая какашка! Wake up! Гэгэлол, да?
Чистись, чистись, сука. На! Будешь сосать! Долго вы будете здесь ебаться! Вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Шрек! Куда же уже без Шрека, да, у Зверобокса? Вы действительно в него целились? Ну. У нас чита. Огурец. Это ваше? Флешку открыли, да? О боже. Вот это да. Бам! Я здесь не для того, чтобы того. Ага. Хватайся за меня! Спойлер, спасибо. Little Nightmares 2. А он стену поменял, что ли, у себя? А, спонсоры. Хоть бы, конечно, заставку поменял уже, а то уже Колыван уже год, по-моему, у него. Зубенко Михаил Петрович. Мафиозник. Ну, на удивление, оказался длинный РОТП-то. Обычно у него короче получается. Но все равно мало. Но прикольно, мне понравилось. Будем ждать еще, наверное, вторую часть, я так понимаю. Ну, так, потому что мне понравился сам мультфильм тоже, потому что это, по сути, как... По аналогии с Островом Сокровищ, только там переделаны под этот под космос, там всякие планеты, инопланетяне и так далее. Это было прикольно. Ну и РОТП также получился прикольно. Если понравилось, мягко подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропускать видео, подписывайтесь на другие каналы, подписывайтесь на канал Зверобокса, и до следующего видео.